еще наведемся. Давай вот сюда. Так, это у нас кран. Ёлки-палки. Ну хорошо. Совершенно я как-то не просчитал, что во время съемок дойдет до башенного крана у нас дело. Ну вот это он. Посмотрим на нем скорость движения Луны относительно Земли, как на фоне стационарного наземного объекта. Да, краешек зацепил, надо же, совершенно не специально. Хотя частенько делаю это именно намеренно. Размещаю кадр так, чтобы Луна или планеты проходили мимо видимых наземных объектов и была понятна скорость движения. Небесного объекта по небосводу же. Все, да, мы самый уголочек этого крана. Это я выдержкой играю. Ну хорошо, наверное. Будем. Это строительные леса. Завершать этот дубль номер один, 16 февраля 2022 год. Харьков. 3:53 по Киеву в Харькове.